Дождь и ветер, день чудесный. Давай мне что ж не весел. На нем сидеть буду. Первый заброс. Пошла суета. Олег цепанул рыбку. Насоплю. Насоплю. Ну-ка покажи, какая сопля. Ага. Ну, нормально. Заглотил. Уже можно сказать, рыбалка удалась. Ну так тебе по губе дай, ты тоже кровить будешь. Поклевка такая. Живая, да? Живая. На завтра народ будет теплее. Завтра тоже ветерок. Пацачек? Ну не зачет, не зачет. Ну что взял? Ага. На фирменную синюю. Я на крупника мух поставил. У меня все, видишь, крупные. Что ты соплю поставишь? Да нахрен. Я что, ловить сюда приехал? Мухи испытываю. Ну сейчас вот пройду, если не будет поклевок, поменяю все три сразу. Коля! Коля! Привет! Чё, как, успехи? Я не Олег, одного взял. Смотри веревку там, веревку. Трос. Да трос, чтоб не это. Я одного внизу взял возле Бакина. Ловили, ну, я себе штук 5 поймал и все. Причем одного нормального, остальные небольшие. И все, за целый день с утра. Вы вверху ходили? Я взял того воздуха, а вот здесь вот взял в этом месте, между Бакином. А там мелкий какой-то. Что, только на Кембрике? Все плюя. На Кембрике? Хотел кембрики поставить, сейчас поставлю. Мы малиновые поставили, у меня там жабу. Я попробовал, сопля не работает. Не знаю, я на соплю хорошего взял. Они на кембрике. Двухцветный или простой кембрик? Нет, темный такие. Вот он светлый малиновый. Как раз не идет на малину. Ну что, якорь, нормально? Якорь что, нормально? Нормально. Нормально.
Отпускай, пусть растет. Поклевка-то в руку. Поплывок нифига не прыгает. В руку почувствовал. Может быть, судовладельцы. Ладно, Леха, не горюй. И на твоей улице праздник будет. Жизнь наладится, что у него случилось? Я? Замерз. Сейчас бомбочку. Кружат мистер Шмидт. На парад можно какой готовиться? Да ну это эти ученики, блядь, обучают. Да и нифига себе, ученики друг за другом следом ходят. А нет, два самолета рядом, это сложный пилотаж. Это опытные летчики. Вот она, порыльный. Ну-ка. Небольшая. Ох ты хороший. Зачетный, опять сопля. Да точно зачетный. Чем, как песня-то поется? У того крупнее рыбы, у кого длиннее рука на. О, подсадчик надо. Ну, тебя там. За бочину зацепил. Ну, зачетный. Незачетный. Кишки порвал ему. Да, этим не докажешь потом. Вот и у меня села рыбка. Не говори. Не зачет. Ведро. Да? На коня. На коня? Угу. Простого или с глазками? Простого. Ветер стих. Вот и Леха обрыбился. На ферму. София Лютова. А?
Наконец-то Леха взял. Все сработало. Фирменная. А нет. Говнянка. Она какая-то не говнянка. С тесемкой. Ну тесемка. Тесемка это что-то. Ну вот тесемка. Вот это. Куда с этой стороны? Бери печку. А? Печку сам. О! К вечеру начал. Зачет. Опять на нее? Ну-ка, подержи его. Видно было хорошо. Нет, зеленый. Это зеленый. А это черная с зеленой. Черная с зеленой. А я снимаю как раз черную с зеленой. Просто клев попер, видимо. А может подошел. Погода успокоилась. Погода, наверное, успокоилась. Ну, видишь, ветер спал. Куприн пошел. Сопля опять заработала. Сопля, блядь, больше, чем Хариус. Буруны? Нет, сидит. Незачетный просто. Опять сопля. Бурунчик. Сел. Так нормально. Даже зачет. Гамаров. Рыжий. Не, рыжий. Бьется плечо, да? В глиссере. Зачет, зачет. И за хвост, и за гриву его. На что поймался, на соплю? Ну, сопля за хвост, видишь, ему. На что взял? На соплю. На маленькую синенькую. А зелененькую. Эту с тесьмой, которая. Вот.
Уже все, позамерзли. Позапрятались. Опять зачет. Ну теперь-то точно на соплю. Сопля, знаешь, как называется? Октябрьская. Вот она в октябре и долбит. Той же зелененькой, блядь. А? За хвост этой. Зелененькой? Ну он, сука, на две. Так и ловится. То соплей за хвост, то зелененькой за хвост. Гигантус. Иди брата зови. Вернее, не брата, а бабушку лучше. Сопротивляется. На соплю наконец. Сработало. Сопля? Первый раз за всю рыбалку. Закат такой красивый. Ух ты, прям перед мордой у меня. Улыбочку.